страсти к разнообразию, особенно мелочах, может проявиться мотив его жизни. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Головокружительная любовь, риск коммерции, пробивные способности – вот цвета этого имени. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Все виды деятельности, связанные с усидчивостью и скрупулезностью, не для этих людей. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Носители этого имени ненавидят рутину, однообразие и посредственность. Звук «х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквы «х», вы не встретите. Буква «к» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Там, где другие 10 раз свернули бы себе шею, владельцу этого имени повезет. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения. В обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Буква «Б» в этом имени означает сильный пробивной характер, стремление во всем добиваться успехов. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Вибрации имени характеризуют владельца как динамичную, склонную к авантюрам личность, полную фантазии и внутреннего беспокойства. Буква «Т» дает человеку настырность. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.